Продолжим выпуск. Дезинфекционные тоннели выставили в павлодарских колониях. Зайти на территорию можно, предварительно пройдя санобработку. Процедура обязательна для всех. Впрочем, сейчас в исправительных учреждениях поток людей сильно сократился. Подробнее наш корреспондент. Вход на территорию павлодарских колоний уже давно строго в масках. Ввели теперь еще проверку температуры. Будь то сотрудник исправительного учреждения или медик, все обязаны пройти проверку тепловизором. Но это лишь КПП. Далее перед входом за колючую проволоку соорудили дезинфекционные туннели. Опрыскивают всех антисептиком. С помощью наших медицинских работников заключен договор с соответствующей организацией, где средства, они закуплены в полном объеме и, соответственно, по мере того, как она кончается, и она заполняется заново, контролируется. Система автоматизированная. Сотрудник заходит в туннель, останавливается на несколько секунд. В этот момент срабатывает датчик движения, который запускает распыление дезинфектора. Долго находиться здесь не придется. К слову, на территории самой колонии и осужденные также передвигаются в масках. Их температуру проверяют только в случае обращения к медику. Артем Клеман, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис».